Здравствуйте, Олег. Это видео про ваше КПАН с установленными одуванчиками. Сейчас я проверю их в моих камерах. Итак, первый. Полностью. Защелкиваем. Фокусное расстояние 250 миллиметров. Диафрагма 3,5 до 16. Ловушка фокуса включена. И второй. Полностью защелкиваем. Фокусное расстояние 300 миллиметров, диафрагмы от 4,5 до 22. Ловушка фокуса включена. Вторая камера. Почему проверяю? Камерах, потому что разные камеры имеют разную плотность установки контактных групп внутри, поэтому я проверяю во всех трех камерах, чтобы иметь полную гарантию того, что контакт не теряется. Аккумулятор для 2,7 у меня один, но камеры сделаны в разных местах, в разных странах, поэтому по-разному установлена контактная группа. На одном из них она немножко дальше, чем нужно, поэтому на ней иногда не контачат одуванчики, но, как видите, сейчас все отлично. Одуванчики установлены максимально точно. Сейчас я упакую. И отправлю вам новой почтой. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.